представителей моего города Новосибирска, Новосибирской городской муниципальной избирательной комиссии, контрольной общественной палаты города, прокуратуры, Министерства региональной политики Новосибирской области, а также депутаты Совета депутатов, эксперты и иные участники публичных слушаний. В качестве экспертов публичных слушаний приглашены кандидат юридических наук, декан факультета государственного сектора Новосибирского государственного университета экономики и управления, член Новосибирской городской муниципальной избирательной комиссии с правом решающего голоса Макарцев Андрей Алексеевич и кандидат юридических наук, заведующий кафедрой административного, финансового и корпоративного права юридического факультета Новосибирского государственного университета экономики и управления Шерстобоев Олег Николаевич. Оргкомитетом определен следующий регламент проведения публичных слушаний. Выступающим до 5 минут, экспертам до 7 минут, на вопрос до 3 минут, на ответ на заданный вопрос до 3 минут. В соответствии с решением Совета депутатов о назначении публичных слушаний, жителям города было предложено направить свое предложение по данному проекту не позднее 27 февраля сего года. В указанный срок предложений по проекту решения не поступило. В соответствии с порядком организации проведения публичных слушаний города Новосибирска переходим к выступлениям экспертов. Слово для выступления предоставляется Андрею Алексеевичу Макарцеву. Пропорциональное число голосов избирателей, полученных каждым из списка кандидатов, распределяется
распределению между указанными списками кандидатов подлежит не менее 10 депутатов мандатов. В настоящее время в соответствии с аннотацией 2 части 4 статьи 15 Устава города Новосибирска, депутаты Совета депутатов города Новосибирска избираются по смешанной избирательной системе, при которой 10 депутатов избираются по пропорциональной избирательной системе, 40 депутатов по одномандатным избирательным округам, по мажоритарной системе относительно большинства. Проектом решения предлагается закрепить смешанную избирательную систему, при которой 25 депутатов Совета депутатов будут избираться по мажоритарной системе относительно большинства, 25 депутатов по пропорциональной избирательной системе. Правовой анализ проекта решения позволяет делать вывод, что предлагаемые изменения в Устав города Новосибирска не противоречат ни Конституции Российской Федерации, федеральным конституционным законам, федеральным законам и иным нормативно-правовым актам Российской Федерации, а также Устав Новосибирской области, законам и иным нормативным актам Новосибирской области. Спасибо за внимание. Спасибо, Андрей Алексеевич. Уважаемые участники, вопросы, пожалуйста, Алексей. На моей, не могу сказать, что какой-то муниципальный парламентарий, значит, веки вечные, но тем не менее, по-моему, ни одних еще выборов подряд не проходило без кардинального изменения количества депутатов, округов и так далее. Я понимаю, что, конечно, корреляция какая-то должна быть, какие-то дома сносятся, какие-то строятся, меняется физически наполняемость округа, и надо все время их приводить в соответствие. Но какой правды ищут постоянно люди, которые перелопачивают выборы кардинально? Вот я пришел в горсовет, который был после 25 человек, и избрали 40, перерезали все, потом 50. Сейчас кардинальным образом меняется смысл избрания. То есть сдвигается резко количество избранных со списком. Я не против, как бы, но логику пытаюсь поймать вот этих вот извивов партии, с которыми мы вместе колеблемся, как говорит сотрудник. Леонид Ильич, но вопрос вообще не к эксперту. Я хочу мнение человека узнать, опытного, умного, остепененного и члена, значит, всех возможных комиссий по избранию. Кого мне еще спрашивать? Спасибо за мнение. Мнение, как эксперт, приглашенный на данный случай, вам скажет, что существенно, но что все-таки мое мнение существенного пересмотра округов в городе Новосибирске, изменения нарезка округов не было никогда. Более того, это когда-то оказывают только 10 человек, которые играются по партийным спискам. В свое время собирается появилось норма, что определенное количество депутатов, 10 человек, должны избираться в муниципальном образовании по партийным спискам. И, как я понимаю, горсовет того созыва, предыдущего созыва, пошел по пути, было два пути. Первое, 40 депутатов, можно было 10 человек определить по партийным спискам и 30 по одномандатным избирательным округам. В связи с этим бы существенно поменялась бы схема одномандатных избирательных округов. В связи с этим представительный орган города Новосибирска пошел по этому пути, он просто увеличил число депутатов на 10 человек, сохранить одномандатные округа, что в принципе играло на пользу избирателей, потому что избиратели знают, ну, территорию своих округов. Это раз. Второе, если бы горсовет пошел иным путем, выделив из 40 депутатских мандатов 10 мандатов по партийным спискам, то фактически бы изменилась бы норма представительства депутатов населения в горсовете. То есть фактически, если в настоящее время увеличилось бы где-то процент на 30. Число избирателей у каждого депутата. Не знаю, ответил или нет, но еще раз спасибо. Спасибо, Андрей Алексеевич. Еще вопросы есть? Да, пожалуйста. Андрей Алексеевич, у меня такой вопрос. А вот соотношение, вы сказали, соотношение 40 и 10 депутатов. Вот эта вот цифра 10, это те депутаты, которые идут по пропорциональной системе, избираются. Эта цифра, она где-то формула, это ее закреплена, или это все зависит от того, какое решение примут депутаты городского совета? В соответствии с федеральным законодательством, не менее 10 депутатов представительного органа местного управления должны избираться по партийным спискам. То есть в данном случае эта норма может быть увеличена, но уменьшена быть не может никто. То есть цифра 10, она такая стабильная? Это минимальная, да.
Да. В случае, если представитель какого-то муниципального образования избирается по смешанной избирательной системе, не менее 10 депутатов мандатов должно распределяться по партийным образом. Спасибо. Спасибо. Еще, пожалуйста, вопрос. Вопросов нет, спасибо. Слово для выступления нам представляет здесь сверху Шерстобров Владимир Иванович. Спасибо еще, у кого есть выступление, предложение.
увеличить роль партии. Но, соответственно, мы хотим уменьшить роль отдельно взятого тогда депутата, увеличить нагрузку. Это же опять повлечет за собой что? Увеличение штата там, помощников, там, увеличение как-то вот у меня, у других депутатов, наверное, тоже проблемы возникнут тогда с исполнением обязанностей, потому что все где-то трудятся на производстве, там, еще где-то. Это один момент. Второй момент. То, что перенарезка кругов, опять же, это все-таки трудоемкий процесс. Хотелось бы тоже здесь спросить мнение у городской муниципальной избирательной комиссии, насколько вот это вообще возможно, насколько это будет трудно, насколько это вообще целесообразно. По каким принципам будет перенарезаться? Сейчас у нас есть устоявшаяся схема, где в каждом районе, устоявшаяся. Как она будет выглядеть дальше? Муниципальная комиссия, она как-то уже немножко прорабатывала, хотя были какие-то мысли, как вот это будет выглядеть, эта система, когда будет 25 округов. В качестве также вопроса можете ответить, а можете. Без группы, без решения ничего не прорабатывать. Хотя бы какие-то мысли были, наверное. Это не просто так, это надо сидеть сутками считать. Это не только сутками, это несколько месяцев работы. После меня это решение, так нечего. Я так понимаю, да? Сейчас депутаты избраны по партийному списку 4 раза больше, чем у вас. Если мы надо решать вопрос с территориями, или мы территории для автомандатников увеличиваем, или количество депутатов, все это несет за собой определенные финансовые дополнительные расходы. Вот кто не читал, если мы будем изменять, насколько будет увеличен бюджет работы Совета. И как отнесутся наши избиратели к тому, что мы увеличим расходы на работу Совета. У меня, правда, однозначного решения нет. Вроде предложение принимается, но тем не менее надо хорошо посчитать, во что это будет Совета. Здесь не диалог, здесь вообще слушание. Хорошо.
самом деле нам нужно поднимать доверие жителей института депутатства всем вместе, всем партиям. Поэтому считать, сколько там уйдет сотен тысяч даже, и на другой чаше весов доверие жителей, по-моему, это очень сложно будет просчитать. Спасибо. Еще желающие выступить? Пожалуйста. Федеральным законом номер 131 об общем
организации местного самоуправления в Российской Федерации и порядком организации проведения публичных слушаний в городе Новосибирске, определенным решением Совета депутатов от 20 июня 2018 года за номером 642. Третье. Проект решения не противоречит законодательству Российской Федерации, законодательству Новосибирской области и рекомендуется к рассмотрению Советом депутатов города Новосибирска. Какие будут вопросы и предложения по заключению? Договоров нет. На этом наши публичные слушания завершены. Благодарю всех за внимание. Здравствуйте, прошу извините. Да, ведь это вы были инициатором этого, да, этой идеи, да, по 50, да, на 50? Да. Еще раз уточните, пожалуйста, коротко, зачем вот эта идея увеличить представительство партийное, для чего? Я уже не раз, Тимур, говорил, да, что считаю, это, безусловно, усилит роль политических партий в формировании, в принципе формирования представительного органа нашего, Совета депутатов города Новосибирска. И есть масса городов, которые формируют свои советы по такому принципу. Понятно. Четко прозвучало, что не противоречит законодательству и имеет право на жизнь. Но какое решение принято в городском совете? На мандатник. ЛДПР один списочник, одномандатник. Вы надеетесь, что в случае 50 на 50, то есть когда будет больше депутатов от партии, представительство ЛДПР увеличится? Однозначно. Спасибо. Как бы ожидаем был такой общий настрой? Настрой ожидаем, но я, в принципе, жесткой критики-то в принципе не было. Я допускаю, что разность мнений, она возможна. Это был депутат Лебедев, который вышел с идеей увеличить представительство партии в городском совете, городской совет. И, простите, вы предлагаете, чтобы сколько было депутатов? 25 по спискам, 25 по одномандатным округам. Ясно, а Яблоко 40 на 40. Да, но они идут по такой же схеме, как у нас. Они в зал не влезут. Следующее предложение не имеет места и права на существование. Тем не менее, если говорить о нашей позиции, то мы за стабильность избирательной системы. Значит, когда по ходу каким-то конъюнктурным соображением постоянно с созыва в созыв из года в год меняется избирательное законодательство, но на наш взгляд, так сказать, это неправильно. То есть можно обсуждать, то есть в принципе можно обсуждать ту или иную избирательную систему, то или иное соотношение. Ну, как видите, партии мало представлены в городском совете. Это ЛДПР, два человека или Яблоко. Вообще у них нет представителей, было больше депутатов, сегодня их 50. Вернее, ЛДПР предлагает такая округам и 25 депутатов по партийным спискам. Яблоко полагает, что предлагает увеличить число депутатов до 80 для того, чтобы оставить 40 депутатов по округам и добавить к тем 10, которые сегодня избираются по спискам, еще 30, сделать 40 депутатов по округам и 40 по спискам. Сегодня, напомню, 40 депутатов избраны по округам и 10 по спискам, из них 2 ЛДПР, ну а остальные там посмотрите, кому надо, по интернете. Говорю уже на спонсирование от одного человека. Я готов принимать деньги в качестве или иную материальную поддержку от одного человека. От тебя, кто смотрит эту трансляцию. Зрители, это и есть мои спонсоры. Ты можешь перечислить деньги на мой телефон. Мой телефон будет очень признателен. 913-758-0962. 913-758-0962. Можно перечислить туда свой взнос на работу вот такого самодеятельного журналиста-транслятора.
разгильдяя. Будьте здоровы, из городского совета из Новосибирска, Ханов Тимур для вас.